Приблизительно в 5:30 утра 7 мая 1917 года Альберт Болл, капитан Королевских военно-воздушных сил, поднялся на своем истребителе с воздушной базы в Северной Франции и направился к линии фронта. Это был его второй вылет за день. Болл возглавлял группу из 11 самолетов, отправившихся на боевое задание. Видимость была плохой, и только вылетев из облаков, он заметил группу немецких самолетов, атакующих один из английских СЕ-5. Ситуация была критической. Болл спикировал со скоростью более 200 км в час прямо в группу атакующих немецких самолетов. Один за другим аэропланы падали на землю или возвращались обратно на базу. Но Болл не собирался прекращать бой. Он погнался за одиночным вражеским самолетом и сел ему на хвост, выжидая подходящего момента, чтобы нанести удар. В тот день Альберта Болла в последний раз видели живым. Один из лучших британских асов Первой мировой войны бесследно исчез. Альберт Болл родился 14 августа 1896 года в Ноттингеме, в графстве Ист-Мидлендс, Великобритания. Его отец, тоже Альберт, был известным бизнесменом и политиком. 4 раза он избирался мэром Ноттингема. Альберт-младший был средним из 3 детей. С юного возраста он проявлял интерес к механике и мог часами экспериментировать с радиооборудованием или двигателями внутреннего сгорания. Учился в церковной школе, затем в средней школе Ноттингема. В 1911 году был переведен в Трент-колледж, располагавшийся между Ноттингемом и Дерби. Одновременно посещал корпус подготовки офицеров, являвшийся частью территориальной армии Великобритании. Летом 1913 года он закончил колледж и стал инженером-электриком. В том же году отец нашел ему работу рядом с домом в Universal Engineering Works. Но в 1914 году политическая карта Европы стала меняться, и к августу почти весь континент был охвачен военными действиями. Когда в Британии началась мобилизация, на нее откликнулись более 500 000 молодых людей. Альберт Болл, которому исполнилось уже 18, был в их рядах. 21 сентября его приписали в качестве рядового к 7-му батальону «Робин Гуд» шервудских лесников. Ноттингемширский и Дербиширский пехотные полки. Октября, через 5 недель, Болл получил звание младшего лейтенанта. В его обязанности входила подготовка солдат к боевым действиям в Северной Франции. Но прослужив там почти год, он стал испытывать неудовлетворенность. Болл хотел лично участвовать в боевых действиях и считал, что у него есть все шансы стать пилотом. Потери в летном составе Королевских военно-воздушных сил постоянно росли, его необходимо было непрерывно пополнять. К тому времени Болл проходил службу недалеко от аэропорта Хендон в Лондоне. Он поступил в школу гражданской авиации при аэропорте, заплатив за курсы 75 фунтов. Обучение мешало Боллу выполнять служебные обязанности, поэтому ему приходилось брать уроки в свободное от службы время, поздним вечером, так, чтобы он мог попасть на перекличку в 6:45 утра. Несмотря на энтузиазм, он не проявил себя особо одаренным пилотом. Несколько раз Болл совершал аварийные посадки. Ему понадобилось 4 месяца, чтобы приобрести навыки, необходимые для перевода в Королевские военно-воздушные силы. Наконец, в феврале 1916 года Болл был направлен во Францию, где его приписали к 13-й эскадрилье. Королевские военно-воздушные силы несли большие потери в боях с немцами, которые уже более полугода использовали самолет Fokker Eindecker. Это был новейший одноместный моноплан,
первый в мире настоящий истребитель. Оборудованный скорострельным пулеметом 600 выстрелов в минуту, Фокер был высокоэффективен и представлял большую угрозу для более медленных и плохо оснащенных самолетов союзников. Немцы были уверены в своем новом истребителе и поменяли тактику, действуя небольшими группами по 3-4 самолета. Их главной целью было найти и уничтожить самолет противника, попавший в их поле зрения. Ранним утром 21 февраля 1916 года, уже через три дня после прибытия в Северную Францию, Альберт Болл совершил свой первый вылет. Он пилотировал БЕ-2. Рядом с ним в кабине находился разведчик. Той ночью Болл так и не вернулся на базу. Его сослуживцы стали подозревать самое худшее. Неужели они потеряли перспективного молодого летчика на первом же задании? 21 февраля 1916 года Альберт Болл отправился на свое первое задание – на разведку артиллерийских вражеских позиций в Северной Франции. Его не особенно беспокоил тот факт, что самолеты союзников постоянно сбивали. Но наткнувшись на плотный заслон зенитного огня, он понял, что его жизнь висит на волоске. Когда Боллу показалось, что самое страшное уже позади, он неожиданно заметил у себя на хвосте три Фокера. Болл бросал свой самолет из стороны в сторону, чтобы увернуться от атаки противника. В конце концов он смог уйти от преследования, но вскоре мотор самолета стал глохнуть, и Болл был вынужден сесть в поле, где вместе с разведчиком они провели длинную холодную ночь, прижавшись друг к другу. Наутро Боллу удалось поднять самолет и благополучно долететь до своей базы. Неудача на первом задании не сломила Болла, и он с нетерпением ждал новых вылетов. 7 мая 1916 года Болл был переведен в эскадрилью номер 11 и начал летать на Ньюпори-Бэби. Довольный его управляемостью и легкостью, он стал участвовать в воздушных боях. Его первой подтвержденной победой был «Змейковый аэростат», сбитый 22-го, по другим источникам 25 июня. После чего он нанес поражение 5 немецким самолетам, причем 4 из них совершили вынужденную посадку. 27 июня 16 года он получил свою первую награду – военный крест. Затем 1 июля он сбил двухместный Роланд. В течение нескольких недель он летал на БЕ-2, что было своего рода отдыхом, а в середине августа вернулся в эскадрилью номер 11. Последовали еще 5 побед, а затем все Ньюпоры и их летчики были собраны в эскадрилью номер 60. Когда началась битва при Сомме, Болл был в числе 200 английских летчиков, оказывающих поддержку с воздуха в одной из самых кровавых битв той войны. До конца лета он яростно бомбил аэродромы противника, перехватывал немецкие истребители и перебрасывал шпионов союзников за линию фронта. К концу августа на его счету было уже 17 сбитых немецких самолетов. О его подвигах было известно далеко за пределами Британии. Именно в битве при Сомме Болл развил свой особый метод воздушного боя. Осторожное подкрадывание, за которым следовало быстрое сближение, обычно в пикировании, подъем и подлет снизу. И в это же время пулемет «Льюис» подтаскивался вниз по раме, чтобы стрелять вверх с расстояния в 20-30 футов. В бою против строя атака с пикированием использовалась для его рассеивания, а затем он выбирал одну жертву и оставался с ней один на один. Следует упомянуть, что в полете оставаться близко под ускользающим самолетом в течение времени, достаточного для нанесения удара, чрезвычайно трудно. И лишь немногим удалось добиться такого мастерства. Это было и очень опасно.
Болу приходилось быть на стороже, чтобы быстро вывернуться, если подбитый самолет начинал падать. Несмотря на молодость, Болу были присущи рассудительность и быстрый точный расчет. Известен случай, когда он оказался во время боя над вражеской территорией один против 7 германских машин. Немцы были опытными пилотами и стремились во что бы то ни стало покончить с английским асом, сбившим столько их коллег. Чтобы избежать гибели, Альберт после очередной пулеметной трассы, промелькнувшей в нескольких сантиметрах от его головы, упал лицом на приборную доску и ввел самолет в штопор. Над самой землей он хладнокровно выровнял машину и ушел за линию фронта. Немецкие солдаты еще долго прочесывали местность в поисках сбитого английского истребителя. Пока Германия восхваляла своего харизматичного летчика Манфреда фон Рихтгоффена, Британия обрела Альберта Болла. В отличие от Рихтгоффена, Болл не поднимал шумихи вокруг своего имени. Английское руководство беспокоилось о том, что если они потеряют Болла в зените его славы, это скажется на боевом духе нации. Поэтому в октябре 16 года его вернули в Англию, поручив ему подготовку новых групп военных летчиков. Болла тяготили его новые обязанности. Он стал настаивать на возвращении во Францию. Но все его просьбы оставались без ответа. Болла использовали в качестве оружия пропаганды. В феврале 1917 года Болл получил ключ от своего родного города Ноттингема. Это была редкая честь для такого молодого человека. Его смущало повышенное внимание общественности и прессы. Он выступил на церемонии с короткой речью, подчеркнув, что надеется скоро вернуться на фронт. Ему потребовалось еще 2 месяца, чтобы наконец добиться отправки на линию фронта во Францию. Вместе с 12 другими пилотами он летел через Ла-Манш за штурвалом СЕ-5, новой модели английского истребителя. Болл ненавидел войну и убийство, но принадлежал к самому опасному типу людей, кто убивает не из любви к охоте, как Рихтгоффен, не в пылу патриотических чувств, подобно Гинемеру, и даже не путем научного расчета Рене Фонка. Он убивал, поскольку это было его служебной обязанностью. Он делал это неохотно, но не задавая вопросы. Он вступал в бой против значительно превосходящих сил с той же решительностью, как будто это был матч по регби. Болл был одиночкой. Когда он не летал и не занимался регулировкой своего самолета на земле, он проводил свободное время, играя на скрипке или копаясь в саду. Весной 1917 года Болл стал командиром звена во вновь сформированной эскадрилье номер 56, оснащенной новыми СЕ-5. Болл скучал по легкости своего Ньюпора, и когда в апреле эскадрилья перебазировалась во Францию, ему в знак признания его выдающихся результатов разрешили совершать одиночные вылеты на личном Ньюпоре 23. В групповых боевых вылетах ему, конечно, приходилось летать и на СЕ-5. Из следующих 12 побед Болла только 2 были одержаны на Ньюпоре, а все остальные на СЕ-5, лучшие качества которого он сумел оценить. В это время королевские воздушные силы во Франции продолжали испытывать серьезные проблемы. Особенную угрозу для союзников представлял Манфред фон Рихтгоффен. На его счету было уже более 50 сбитых самолетов. Большинство летчиков союзных сил трепетало при виде его красного Фокера. Через 2 недели после прибытия Болла во Францию 56-я эскадрилья была приведена в состояние боевой готовности. Болл снова начал делать то, что у него получалось лучше всего – сбивать вражеские самолеты. Хотя он по-прежнему считал самолет СЕ-5 менее маневренным, чем Ньюпор, практика показала, что вместе с тем он и менее уязвим. С 1 по 6 мая Болл уничтожил 8 вражеских самолетов.
На его счету было уже 43 сбитых. Когда он проснулся утром 7 мая, у него не было оснований предполагать, что этот день будет чем-то отличаться от других. Утром 7 мая 1917 года небо над Северной Францией было ясным и безоблачным, хотя к обеду обещали дождь. Альберт Болл, английский ас-истребитель, получил задание сопровождать группу из 9 самолетов союзников через линию фронта с разведывательной миссией. В воздухе они должны были встретиться с Боллом и двумя другими СЕ-5 на высоте 2,5 километра. В 12:30 Болл и его напарники стартовали с аэродрома Вертгален в нескольких милях к северу от Амьена. Сначала все шло гладко. Самолеты не встретили никаких препятствий на своем пути, кроме единичных артиллерийских залпов. Когда группа, возглавляемая Боллом, повернула обратно, вдалеке появилось несколько фокеров. Болл пошел прямо на них. Ошеломленные его напором, немцы быстро сменили курс. Болл не стал их преследовать. Все, что от него теперь требовалось, это довести группу до базы. Как только они приземлились, Болл начал подготовку к следующему вылету. Его эскадрилья должна была нанести мощный удар по самолетам противника за линией фронта. Союзники продолжали нести тяжелые потери, так как их устаревшие самолеты проигрывали современным немецким истребителям. В половине шестого утра все было готово. Самолеты союзников взлетели с аэродрома Вертгален и направились к линии фронта. К тому времени погода испортилась. Густая облачность ухудшала видимость. Когда Болл вынырнул из облаков за линией фронта на высоте примерно 2 километра, он заметил, что к нему приближается 4 вражеских самолета. Одним из них управлял Лотар фон Рихтгофен, младший брат Манфреда. Болл спикировал на самолет Лотара со скоростью более 200 км в час, непрерывно обстреливая его. Самолеты обеих враждующих сторон вступили в бой, и вскоре в небе стало темно от невероятного количества аэропланов, стремящихся уничтожить друг друга. Британский пилот Сайл Кроу видел, как Болл яростно сражался с немецким истребителем «Альбатрос». У Кроу заканчивалось горючее, и ему необходимо было вернуться на базу. Болл должен был последовать за ним. Но пилот и его противник исчезли в плотном тумане. Члены эскадрильи, выжившие в этой жестокой схватке, с нетерпением ожидали возвращения Болла. Никто не знал, остался ли он в живых. Они предполагали, что у него закончилось горючее, и он приземлился за линией фронта. Через 5 дней, невзирая на зенитный огонь, летчики разбросали листовки над немецкой территорией, в которых спрашивали о своем пропавшем асе. Но ответа они не получили. Через некоторое время Лотар фон Рихтгофен хвастался, что сбил триплан Болла. Но англичане не поверили этим заявлениям, ведь Болл летал на биплане. В конце мая немцы перебросили на территорию англичан листовку, в которой сообщали, что самолет Болла был сбит. Тело Альберта Болла извлекли из тлеющих обломков самолета, который разбился на оккупированной немцами территории. Противники похоронили Болла со всеми военными почестями 9 мая. Король Георг V лично выразил свои соболезнования убитым горем родителям Болла. 8 июня Болла посмертно наградили крестом Виктории, высочайшим орденом Британии за отвагу. Несмотря на то, что немцы сообщали о гибели Болла, никто не видел его тела и никто не знал подробностей его смерти. Несколько лет спустя немецкий офицер Франц Хейлер заявил, что был свидетелем случившегося. Он сказал, что наблюдая за схваткой с земли, он вдруг увидел падающий с высоты 150 метров английский СЕ-5. Самолет оставлял за собой клубы черного дыма. Он вошел в пике
и рухнул на землю. Вместе с тремя сослуживцами Хейлер поспешил к месту падения. Там они увидели, как французская девушка вытаскивала пилота из разбившегося самолета. Он умер у нее на руках. Хейлер понял, что смерть наступила в результате столкновения самолета с землей. Именной значок погибшего и содержимое портмоне указывали на то, что это был никто иной, как Альберт Болл. Кроме свидетельств Хейлера, были и другие версии гибели. Одни заявляли, что самолет был сбит зенитным огнем, другие говорили, что крылья самолета покрылись льдом и дополнительный вес привел к потере управления. Скорее всего, никто и никогда не узнает правду. Официальный отчет о гибели Болла был отправлен в государственный секретный архив. Там он хранился до 1945 года, но здание было полностью уничтожено бомбежкой союзников. Семья Болла настояла на том, чтобы он остался захороненным во Франции. Среди могил немецких солдат только его надгробие принадлежит коалиции союзников. После войны Альберт Болл-старший купил поле, где предположительно разбился самолет его сына. На месте его гибели он установил скромный памятник. Те, кто посещают могилу Болла сегодня, уважают его за храбрость и за те подвиги, которые он совершил в Первую мировую войну. Альберт Болл был награжден орденом Королевы Виктории, медалью за отвагу, военным крестом, орденом Почетного легиона, русским Георгиевским крестом и знаком почетного гражданина города Ноттингема. Первый крест, поставленный немцами на могиле Болла в 1917 году, сейчас занимает почетное место в церкви колледжа Трента, в котором он учился. Альберт Болл, один из самых известных летчиков-асов Первой мировой, достоин того, чтобы его чтили потомки.